Уважаемые члены Центрального Совета, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Вначале я хотел бы подвести некоторые итоги прошедших сентябрьских выборов. 13 сентября этого года был самым насыщенным единым днем голосования в истории нашей страны. Состоялось более 10 700 выборных кампаний разного уровня в 83 субъектах Российской Федерации. В них приняли участие 49 из 74 зарегистрированных на сегодняшний день Минюстом политических партий Российской Федерации. Региональные отделения нашей партии приняли участие в 2283 избирательных кампаниях, что составляет около 21,3% от их общего числа. 2015 год, как год, предшествующий началу избирательной кампании в Государственную Думу, стал для всех политических партий последней предстартовой проверкой политических возможностей. Считаю, что для нашей партии, для «Справедливой России» этот год стал переломным. На самых важных для нас выборах в региональные парламенты, проходивших в этом году в 11 субъектах Российской Федерации, наша партия не только прошла в региональные представительные органы власти во всех регионах, но и получила суммарно в среднем более 10% голосов поддержки избирателей. Это в 20 с лишним раза больше по сравнению с предыдущим годом. Это лучший среднеизвешенный результат нашей партии за последние 3 года. То же самое можно и нужно сказать и о выборах в представительные органы муниципальной власти. На всенародных выборах в городские думы, прошедших в 23 региональных столицах страны,